Здравствуйте, уважаемые зрители канала Вейкар. Итак, у нас на установке Grand Starex. Grand Starex, ну, достаточно не новый, машина 2008 года, но все прекрасно работает, видим, да, то есть мы поставили магнитолу, зазоров нет, то есть она встала как родная, с такой же зелененькой подсветочкой, все хорошо. Руль, естественно, подключили, видим руль, в станции мы переключаем и так далее, все на руле работает. Трубочку поднимаем, вызываем систему Bluetooth. Кнопочку нажимаем, система навигации. Алиса, Невский, 22. Видим, да, Алиса нам все сразу показывает, все нашла. В общем, все работает прекрасно. И да, что еще тут здесь есть? На этой маленькой магнитоле можно сделать два экрана. Как видим, да, пожалуйста, полэкрана. Полэкрана делаем навигацию. И полэкрана делаем радио, например. Вот сейчас мы радио найдем и сделаем полэкрана. Так, видим, какой список тут, потому что магнитола достаточно мощная, а именно 4 плюс 64, хорошая магнитола, все прекрасно работает. Так, радио, вот радио, сейчас мы все скажем, вот, пожалуйста, радио, поехали, все вместе, вот, видим, все работает, все хорошо. Спасибо вам, уважаемые зрители нашего канала, за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, до свидания.